Поэтому развивать организацию можно. Дороги все будут в Саратове отличные. Вы, наверное, видели, обратили внимание, что у нас в городе многие пешеходные дорожки в неудовлетворительном состоянии находятся. Знаете почему? Дело в том, что у нас все коммуникации проложены как раз именно на пешеходных дорожках. Их часто вскрывают, либо какая-то авария, либо нужно какие-то дополнительные кабеля коммуникационные проложить. Вскрывают, потом эту дорожку тяп-ляп заляпали там этим, тот, кто это делал. И, соответственно, вот там у нас девчата ходят на каблуках и невозможно ходить. Поэтому мы приняли решение о том, что будем выкладывать все дорожки в Саратове плиткой. Но плитка, она, ее нужно тоже подобрать, которая смогла бы также погодные температурные режимы выдерживать, чтобы она не развалилась, потому что, конечно, можно сказать, давайте все, вот выбрали какую-то плитку, положили, она на следующий год развалилась там. Ну, у меня подход другой, я не хочу. Ну, многие это скажут, там, многие на это могут зарабатывать, но нам это не нужно. Нам нужно, чтобы мы один раз вложились, да, но качественно сделали. Сегодня мы как раз подбираем образец такой плитки, который позволит нам этим заниматься. Вот после того, когда мы будем укладывать хорошие плитки, которые подходят для наших города, вот эти пешеходные дорожки, мы будем оставлять выделенную полосу для велосипедистов, потому что в будущем, я думаю, мы скоро все пересядем на велосипеды. Да. Умеешь на велосипеде? Это тоже решение. Я вот все детство провел на велосипеде, на разных, на спортивном тоже ездил, поэтому пересядем все на велосипеды. Пока страшно. Я села на велосипед, тоже действительно в детстве мы всегда по Арахово, где там жила, и вот по Арахово мы гоняли на велосипедах. И я села второй раз на велосипед в 42 года. Я дважды проехала.